Привет, друзья! С вами Рашна Нидзука. Мы продолжаем прохождение классических башен в игре Mortal Kombat X за всех персонажей. И следующий у нас на очереди Котелькан. Значит так, у него есть стили Бог Солнца. Значит, удавка Бога, командный захват и солнечный ожог. Бог Крови призывает хрустальный обсидиановый и кровавый тотемы. И Бог Войны, дробящий удар с применением Макауитля, вот так вот его меч называется, в общем, название я не могу его запомнить, короче, я буду называть это меч или палаш, короче. И играть буду за этот стиль, потому что тут, блин, действительно, есть удары разные, а не всякие там призывы всяких хреней, которые я не люблю. Так что давайте, погнали. Персонаж для меня один из самых сложных, потому что он медлительный и... В общем, странный, мне показалось. Но я знаю, что многие игроки там его заучили очень неплохо. И там какие-то комбо существуют, относящие больше 100%. Но мы проходим чисто ради сюжета. Our service ends now. You desert me? We kill you. Наша служба закончится сейчас. Ты типа дезертируешь, мы убьем тебя. О, и начинает убивать, сволочь такая. Какой-то сразу же Ермак резкий. Ты что такой резкий, чувак? Я еще даже тебе ничего не сделал, ни одного нормального удара. О! Так, отлично. О, что я сделал? Я не хотел этого делать, я порезал себя ножиком. Кстати, да, надо бы показать, какие удары у него есть в этом стиле. Вот можно так вот ноги резать противнику. Да, кстати, у него остался один удар, и что мы можем ему сделать? А, значит так, есть фаталки, если не получится бруталити. Значит так, что у нас есть? Каталистично. Доступно во всех стилях. Он должен быть на расстоянии подсечки от противника. Последним ударом должен быть либо божий луч, либо свет солнца. Вниз, вперед, кружок. Так, можно попробовать это сделать. Оставайся тут. Доступно во всех стилях. Коталь должен поразить противника с 5 солнечных камней за битву. Вниз, вперед, крестик. Ну, последним надо будет метнуть. Понятно. Значит так, жертвоприношение тоже во всех стилях. У противника Котеля должно остаться больше 50% здоровья. Принести себя в кровавую жертву, чтобы закончить раунд. Последним ударом должен быть прием кровавой жертвы. Это как так? Кровавая жертва, это же он просто себя ножом режет вроде как, нет? Ладно. Вот насчет этого бруталити я сомневаюсь, что оно получится у меня сделать его. Так, бог крови, это не тот стиль, бог войны. Последним ударом должно быть трехударное комбо, оканчивающееся пилой. Вниз, вперед, треугольник. Окей, понятно. Ладно, давайте попробуем сделать вот это вот сейчас. Если не получится, будем делать фаталити. Ах ты, сволочь такая! Слушай, что-то он реально борзеет. Хрен, там сделал лучше, называется. Блин, я только хотел от него отойти, он... Да? Да сволочь, не хочет, никак не хочет. Тварь такая. Вот почему-то всегда, когда ты какие-нибудь приемы, вниз, вперед, кружок, назад, вперед, кружок, когда противник подходит близко, то у тебя вместо суперудара вечно получается тычок ногой или подсечка. И это портит все бруталити. Значит так, ты мой. Вниз, назад, вперед, кружок. Ой, квадрат, близко. Вниз, назад, вперед, квадрат, близко. Ну ладно, хоть это вышло. Котелькан wins fatality. Прохождение башни мы по-любому должны показать все фаталити, да? А вот бруталки уже то, что получится сделать. Ну, я стараюсь сделать все доступные, но не всегда получается, к сожалению.
Итак, Кунзынь. Следующий товарищ. Why fight us, Kurukan? Earth Realmers cannot be trusted. You double-crossed us, remember? Почему, говорит, мы будем драться? Потому что земному царству нельзя доверять, он говорит. А ты что-то, говорит, нас два раза предал, что ли? Что-то типа того. Ты меня не впечатляешь. Да, вот этот вот, этим лучом попасть сложно вообще в противник как-то. Он как бы еще и лечит тебя, с другой стороны, если ты в нем находишься. Но если противник вот такой резкий, как вот этот Кунзынь долбанный, то даже не успеваешь, что этот как следует этот луч использовать. Давайте хоть X-Ray посмотрим, что ли. Не, ну вообще невозможно что-то. Вот я чувствую, на Кунзыне тоже не получится сделать вот это вот. Потому что он очень быстрый. Вот сейчас получился этот прием сделать, но толку от этого сейчас ноль. Вот даже не дает удара, супердар делает. Это как вот Тремор мне напоминает. Ну, да что ты подсечку-то делаешь? Зачем? Блин. Свали отсюда, а? Обезьяна. Ну. Да, перебил луч. Ну, не дает мне. Ну! Нет, смотрите, он... То есть нужно было именно на расстоянии. Я его притащил в это место, у него жизнь убавилась, но он сразу просто сдох. Бурталка не вышла. Блин, как это бесит. Ладно, давайте второй фаталити тогда делать. Вперед-назад, треугольник. Окей. Джакс, может ты поможешь нам сделать тебе бруталити? Another damn con. You will respect my title. You and your title stay out of Earthrealm. Round one. Fight. Еще один чертов кан. Ты будешь уважать мой титул, говорит. У нас в земном царстве типа эти титулы ничего не значат, да? Кстати, надо же попробовать сделать этот хотя бы комбо. Ага, хрен. Надо три удара сделать. Ну вот этим комбо можно завершить, чтобы был другой бруталити. Лежать. Ох, как же так-то я его не подцепил-то? Падла. Ну, вот сейчас надо это делать. Хрен там. Опять не вышло. О! О! Вот, сейчас получилось. Смотрите, он сам зашел в луч. Странно, почему с Кунзином тогда не вышло это сделать. Ну, окей, ладно. Отлично, значит.
Повезло. Скорпиончик. Так, ну что, значит, будем в него метать, наверное, этот гигантский меч, который я не помню уже, как называется. Вначале сказал, а теперь уже забыл. О, да, метнуть его несколько раз, это тоже проблемно, он очень медленно это делает. Если только вот так вот усиленно кидать. Так, а что там, ну-ка, сколько раз надо в него метнуть-то этот меч-то? Должен поразить противника с 5 солнечных камней за битву. Ну, то есть, там есть этот, как бы, солнечный камень, в других стилях он так называется. Здесь, по идее, это тот же самый прием. В общем, надо 5 раз в него за битву попасть. Это серьезно. Кстати, костюм Скорпа из набора хищника. Один из, наверное, худших костюмов за всю историю МКХ. Да, попробуй поразить тут этого паразита. Ага. Ха-ха-ха, попал. То есть тут в присядку даже. Ах, сволочь! Блин! Чёрт! Усиление у меня сейчас было, и он меня все равно... захватил. Ну что ты, тварь такая. Не, ну сложно эти медленные прием суператаки выполнять. Ну что ты, не, смотри, даже не сработало, то ли я 5 раз не попал, то ли расстояние слишком было большое. Печально это все. А на расстоянии прыжка надо было делать, точно, понятно, провафлил, короче. Давайте тайм оф экшен килл сделаем тогда. На колени! Перед Каном! Нет, на самом деле довольно сложно сделать эту бруталку, потому что противник, он постоянно на тебя прыгает, надо держать его на дистанции, а Котор очень медленно этот меч достает и кидает его. Кто-то в косяк этих медленных атак. Мне кажется, их даже особо никто не использует, такие атаки, в случае с Котор Каном. Я бы лично их не использовал, ну, если бы я не пытался сделать бруталить, а просто побить противника. Да, вот, смотрите, опять пример. Даже не успеваешь замахнуться, как тебя. Даже я начинаю раньше делать этот супердар, он быстрее пули свои выстреливает. Ладно, я не буду сейчас пытаться на нем это бруталити сделать. Вот, будем пытаться добить его. Черт! Я не хотел лучше вызывать, я хотел другое сделать.
Чё это он встал-то? А, он в стойку, наверное, принял стойку. А почему, блин? Почему комбо сорвалось? Я закончил на вниз вперед треугольник, он обычным ударом. Да что ж такое-то сегодня творится-то, а? Ладно, сделаем другой фэкшн килл тогда. Приговорили к пельменям. Так, уже шестой соперник у нас. Соперников все меньше, шансов сделать бруталити еще меньше. The great Kotal Kahn. Великий Kotal Kahn. Every word erodes my trust. Then I shall bring it crashing down. Round one. Fight. Вот почему-то после вот этого второго поднятия в воздух сделать захват почему-то очень сложно. То есть прием как-то выполняется, ну, практически не выполняется почему-то. Через раз, короче. Даже не через раз, а раз в 5 лет. Кстати, может быть, на нем мы сможем провести 5 бросков-то. Да не то я делал! Что ж ты, тварь! О, сволочь! Your resistance puzzles me. Ну ладно, хрен с ним. Your sacrifice puzzles me. Round two. Fight. Будем пытаться, короче, его закидывать. Вроде есть возможность какая-то хотя бы. Была, по крайней мере. Блин, сука! Давно бы уже забил, если бы не попытки сделать бруталку, но... Все, надо один раз в него метнуть. Давай, метнем! Ну как-то от него на расстоянии прыжка-то повысить? Он постоянно догоняет, сволочь, не хочет дать сделать ему брутальность. Падла. Бра! Ну вот как, кто такой придумал медленный суперудар, а? Вот так вот так получается, блин, с усилением. А я не уверен, что с усилением 5 засчитаются вот эти, блин. Ну невозможно этот прием выполнить вообще, просто. Самый тупейший прием. У Тремора и то по земле камни быстрее катятся, чем вот эта хрень. Еще на расстоянии прыжка надо быть. Стой! Фига себе, он меня еще и замочил из-за этого. Вот тварь такая. Вот пытайся сделать им бруталки. Еще из-за этого проиграешь. Тут проигрывать некому, тут дохляки одни. Но нет же. Придумает тупой бруталити с тупым суперприемом, который нахрен никому не нужен. Этот суперприем, наверное, вообще никто. Только вот ради бруталок можно использовать. Нет, но если делать его усиленным, да, он работает. Но, блин, там написано 5 раз просто метнуть. А усиление можно в конце сделать. Perhaps your palate needs cleansing. Все, козел, ты меня достал. Ну блин, вот этот бесит, то что у кого-то что-то быстрее, чем у тебя. Блин, я ж блок поставил, какого хрена он меня придавил. Как я говорил, Котр для меня все-таки самый сложный персонаж. Пока что.
Вот сука! Да блин! Давай! Ну! Тихо. Можно усиленный сделать ему. Ну, на расстоянии прыжка надо было быть. Ну что ты, тварь? Ну не дает мне отойти просто не дает отойти, чтобы выполнить этот прием. Ну все, опять ничего не вышло, вот тварь, а. Сука. Вот бред. Да, походу не сделал я больше других бурдалок сегодня. Закотали. Как-то все печально у него тут все сделано. Уже у нас шестой соперник. Уже седьмой Джонни Кейдж. Печально. Sup, Montezuma? Your heart will burn in my hands. Are you mad at me? Round one. Твое сердце будет гореть в моих руках. Вот почему. Почему не получается вот закончить комбо суперударом? Блин, тоже постоянно вот этот... Тупняк, скорее всего, в конце тоже это не прокатит. Хрен с ним. Your sacrifice honors me. Round two. Fight. Не, это бесмонту, короче, пыта. Ну почему ты не делаешь третье? Только два удара выходит нормально. Ну что это такое? Пошел ты в задницу, Джонни. Сука! Хоть это сделал! А заметьте, он разрезает точно так же, как Джейсон. Вот по той же линии, короче. Джейсон только делает в фаталити, а у Коттеля это бруталити. О, хищника засунули в классическую башню. Офигеть! Какой-то он тот странный. The sacred time is near. Round one. Fight. Ух ты, что-то он какой-то сразу. Ладно, я уже тут не буду запариваться насчет чего-то там. Хотя, в принципе, он не такой скоростной. Можно попробовать его закидать.
Во, три раза метнул уже, так что можно попробовать. Ух ты, ах ты! Тварь насадил. Ты как-то нечестно вообще сражаешься, хищ. Ай, подвесил меня, падла! Ну, ну кидай-то, блин, что за такой-то... Он близко был, последний удар оказался. Ну что ж такое-то? Хищу бы сейчас был сам оно сделать эту бруталку, то есть с ним получалось. То есть он не такой скоростной, как другие, и как не так сильно нападал. Но я не рассчитал, что он прямо сейчас так быстро ко мне приблизится, и последний удар окажется роковым. Так, гора. Куатао. You would attack your emperor. I serve no emperor. Ты атаковал своего императора. Я не служу императору. О! Ох ты, ах ты! Начал тут меня колбасить! Ну кидай, что ты? Так, я сегодня одному уже провафлил из-за. Есть. Может, все-таки получится на нем, не знаю. Не обещаю, конечно. Куда, сука? Давай! Блин! Ты чё разошёлся, тварь? Раунд за ним-то точно. Тут даже пытаться нет смысла сейчас. Блин, ну что такое? Давай, ну что ты не успеваешь бросить, падла? Сейчас опять я 5 штук не брошу, ни хрена за раунд. Из-за того, что... Так, сука, медленно все происходит. О, тварь! Нет, все, короче, ладно. Давайте им какую-нибудь фатальти сделаем. С бруталками облом. Так. Ты мой, да. Вниз, назад, вперед, квадрат. Ладно, давайте постараемся нормально сразиться с этим щенком. Может, все-таки.
ним уже нет смысла что-то пытаться сделать. Ух ты, тварь! Да, щенок тут не просто оказался. Смотрите, что-то вообще разошелся. Ты офигел, что ли, тварь? Я, кстати, гашу в этом стиле. Что за... Знаете, так тогда, что-то. Лежать, тварь. Сука, с палкой своей, блин. Да что такое-то? Да что ты, мать твою? Иди сюда. Тварь такая. Капец. Нельзя перед ним стоять. Ох ты, тварь, вот это бесит. Вот что он просто так взял, пролетел сквозь эту штукенцию. Тихо. Ну что такое, Нет! Да нет же, блин, один удар оставался, что за хрень, вот тварь! Вот так всегда, сука! Shinnok wins. Хоть бы фатальти сделал, я не знаю, этот победил меня, тварь. Вот бесит. Подходи к нему, тварик этой. Нельзя, сука! Черт, чувствую, сейчас опять я всосу. Давай, сука! Все, тварь, а? Shinnok wins. Я говорил в самом начале, что Котарь для меня самый сложный персонаж в освоении, поэтому вот как-то не получается что-то нужное делать. Да как так-то? Блин, после этого надо комбо продолжать, а? Да что-то не получается. Кстати, вот вспомнил еще одна комбо. Крестим. Вот, точно. Надо было делать.
Все, сука, понял? Тварь, ты с кем связался, на? Котор Кан вернулся во внешний мир, полный решимости восстановить свои силы. Но Рейден нанес внезапный удар и поверг его, получив власть над внешним миром. В отчаянии император воззвал к старшим богам, моля помочь ему сохранить власть. Они ответили на его мольбу, объявив священное состязание. Отныне каждые 10 лет Котор Кан должен выставлять своих лучших бойцов против воинов Рейдена. Смертельной битве. То есть это типа внешний мир теперь защищается от вторжения Рейдена, получается, такая фигня, что ли? Капец. О, доступны новые объекты. Аватарочку дали. Отлично, давно не давали в этих вот в сюжетках аватарочку. Так, ладно. Почти косарь набрал. Ну, потому что два раза проиграл, два раза не считая щенка проиграл. Если бы не пытался сделать бруталити, то этих проигрышей позорных бы не было. Вот. Ну что ж, башня за Котор Кана завершена. Пишите ваши комментарии, как вам эта башня, как вам персонаж Котор Кан. Не забывайте ставить лайк, если хотите увидеть продолжение, то есть прохождение за следующего на очереди персонажа. Ну а с вами был Рашна Нидзука. До новых встреч!